Мог гостей не сосчитать, чтобы не попало. На первое число начальство разозли. Сегодня сам товарищ Чкал следил за тем, как ты козлил. Неужто сам, клянусь? Такой двойной переворот наверняка увидел он впервые. Ведь он герой, он сам на поле сам летал, и он поймет, как важно мне найти следы Святой Марии. И если он в мою мечту поверить сможет, так значит просто он не видел мой полет. Он мне поможет, он мне поможет, он мне поможет. Идет. Здравствуйте, товарищи. Здравия желаю, товарищ Чкалов. Ну и кто из вас все это вытворял? Что я говорил? Тиры будет подвиг наш. Неповторим, осуществим. Любое чудо, если нужно, сотворим. Осуществим среди врагов. Начнем бою среди снегов. В суровом северном краю осуществим заветную мечту свою. Осуществим, осуществим заветную мечту свою. Осуществим заветную мечту свою. Чтобы получить разрешение на экспедицию к крайнему северу, Саня отправляется в Москву. И первым делом он идет к своему лучшему другу Вальке Жукову. Валька со своей теперь уже женой Кирой и двумя детьми живет в типичной московской коммуналке, населенной ее типичными обитателями. А поскольку дети, по примеру отца, увлекаются биологией, то многочисленные их питомцы и препараты, разбегаясь по квартире, доставляют массу неудобств жильцам этой самой пресловутой коммуналки. Что случилось? Там уборной, да такое приключилось. Но. Захожу из унитаза, на меня глядят два глаза. Я чуть было говорить не разучилась. Это Жуковы в проделке. Черепахи. Рис. Белки. А развели в квартире, понимаешь, это зоопарк. Устроили гитари для собственных мышей. Убейте ваших тварей! Они разносят шеи! Так это же не мыши, а просто хомячки. А кто у дяди Миши попилил все очки? А кто у тети Фиры все тапочки покрыс? Достала всю квартиру, а пара ваша крыс. Квартира вам не место для самок и самцов. А место для порядочных жильцов. Вот мы возьмем, дари напишем. Сюда придем, я товарищу продам. Тогда и мы, и наши мыши, за все ответите перед судом. Ой, звонят, откройте, пожалуйста. О, не удивлюсь, если это таки уже за вами. Ой. Вы кому, товарищ? Саня! Валька! Кира! Саня! Ты смотри, я думал, летчики с усами. Это кто? Неужто ваш? Просто копия папаши и как мама с конопатыми носами. Это Саня, это Петя. Просто звери, а не дети. А развели в квартире, понимаешь, а зоопарк. Что вы, прелестные дети? Извините, товарищ пилот, но похоже у нас в туалете кто-то очень опасный живет. В ситуации полной трагизма нужно срочно его укротить. И со свойственным вам героизмом не могли бы, ну, хотя бы воду спустить. Что за гадость? Вы не бойтесь, он хороший. Что за мерзость? Я вам дам потрогать пальцы. Этот вид недавно вывели китайцы. Фу, шайтан. А по мне он симпатичный и, наверное, практичный. А потому что тараканами и клопами питается. В
все-все-все, не гоните все заботы на товарища пилота. Он устал с дороги, дайте человеку отдохнуть у нее в комнате. Ну как жизнь? Живем помаленьку, коптим атмосферу. Мы в порядке, смотрите, скоро старший пойдет.